Кайнар. Бар. Кайнаровский. Зайдите, дверь закройте. Это на сколько вы брали? 60? 62. 62. 62, не знаю. В смысле, он по тактике 55-й торгов? Да. Ну, это сейчас. Пусковой какие? Просто больше здесь. Ну, смотри, 100% батарея выдает. Батарея полностью заряжена. Угу. Плотность. Сейчас покажу. 558 ампер. 558 ампер пусковой ток. Хорошо. Вот. Так, напряжение 13,05. Сопротивление 4,95. Плотность. Сам открой любую банку. Да я верю. Сам любую банку открой. Давай, на разницу нет, давай вот эту. Смотри, вот. Смотри. Зеленая зона 1,28,5. Угу. 1,29. Угу. Все, закручивайте. Отвертка. Все равно к вам приеду еще. Гарантия 6 месяцев, да? 6 лет. Хули там 6 месяцев. В общем, короче, это. Жена мне говорит, точно ты выгнал, когда машину я хотела включить. Надо было влево включить ключ, тогда транзистор работал. Потом тебе переставляли, напрямик сделали. Возможно, и жрет, да? Возможно. Подожди, 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 не спеши. Возможно, но у тебя, Володя, по-любому, у тебя была просадка. Я не знаю, тебе проще с этим вспомнить, но это не паразитка у тебя так выкачала. Да? Да. А чего можно? Так, как бы себе? Да, 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 2,5. 2,500, да? Угу. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот твой титан, блядь. Титан, да? Титаник, блядь. Вот эти, блядь, да, титаник, блядь. Титаник, да? Так, заявлено здесь 600 ампер, блядь. Вот, честно говоря, ни одного титана, который бы вытягивал свои параметры, мне не попадалось. Так, 80%. В том году ты добирал 81 было? Не знаю, я не знаю. Ну вот записано. Записано. Сейчас 80. Ну что, живой же? Ну живая батарейка, все как бы в порядке. Ну у тебя плотности не было, у тебя плотность 1,23 было. 80. Так, пусковой ток 538. Так, 538. 12,84 НРЦ, сопротивление 5,13, плотность, любую банку открой. Да зачем тебе дверь? Нет, нет, давай открывай. Человек, ну, что-то смысл? 26? Нет, 27 с половинкой даже. Ну, почти 28. Плотность на этих батареях очень туго выкачивается. Олег, а стоит нету старый мне принести или нет? Проверь, может он стоит? Ну я не знаю. Ну, будет он жить, не будет жить. Так. Сколько ему лет? Ну, наверное, блядь, года 4 уже. 4 года. Сколько он у тебя стоит? Так, без работы? Да. Ну, вот сколько там, блядь, уже? 2 года тому? 2 года уже было. Ага. 2 года он стоит у тебя. Ну так, я его так этим своим маленьким подзаряжаю, там на даче лампочку это. Нет, не стоит. Не стоит, да? Не стоит. Если ты лампочки, там все прочее, подзаряды. Если бы на автомобиле был, другое дело. Я его, ну, на даче, например, лампочку у меня горит, если ночевать еду. Ну, ну. Лампочку хватает. Так я его там, у меня там маленький зарядник есть, я подзаряжаю его так. Там. Сука, ошибки вышли, блять, это я на кругу ушла на. Кто? Ошибки повылазили.
Сейчас, прежде чем ставить эту батарею, соедини плюс с минусом. Там. Да. Провода просто между собой. Между собой соедини. Секунд 5 подержи и подключай эту батарею. Все понял. Это просто между, ничего не 25, между собой такое. Да, между собой, чтобы наводки все ушли, у тебя блок перезагрузится и ошибки должны уйти. Ну ты поеду положить, блядь. А если вот на будущее, вот, ну еще, ну, скажешь, что на год хватит, а нет нахуй. Я не Ванга, блядь. Да, я знаю, не Ванга. Ты приди к врачу, сдай анализы и спроси, блядь, сколько ты проживешь. Ага, я вот лежал к кардиологии тоже, даже туда вообще лежал. Иди нахуй, такие вопросы задаешь. Ну я не могу сказать. Я не к этому, вот что лучше брать? В смысле? Вот какой брать лучше надо? Ты пока езди. Сейчас обстановка меняется каждый день. Сегодня одни батарейки, завтра другие, поэтому... Ну, мне пока на зиму хватит. Будем надеяться, что еще... А в чем с меня? Так, с меня 2,5. Так, вот как раз... Не отходи, отказ. Ну все, давай, ага, я... Тут не стоит... Да нет, толку с него не будет, просто деньги на ветер. И мое время уйдет. Да, я просто так вот заряжу на дачу, пойдет мне нахуй. Ну, на дачу, да, используй. На одну лампочку. Ладно, ты раз. Давай, ага. Здравствуйте. А Даниэр, аккумулятор. А он еще не готовый. Не готов, а по времени. Я позвоню. Привет, Слюк. Здравствуйте. Еще не готов, давайте я сейчас гляну. А сколько еще примерно? Что? Примерно еще сколько? Сейчас, минутку. Так. Так, в принципе, 1,26 плотность, можете забрать. Но ставить будете... Не раньше, чем через пару часов. Ну да, мы часа 4 только ехали. А, все отлично. Сколько можно? Трешку. Сейчас, подожди. Давай замерим, а то, может, батареи нихуя нету. Сейчас давай замерим параметры. Если батарейка годная, то будете оплачивать. А то я что-то разгорячился, блядь. Так, вот 7% было по соху, 0% заряда, 150 ампер батарейка выдавала. Так. Не закручено, да? Сейчас закручу я. Сейчас закрутим, запаяем. Так, это у нас 550. 550, да. Ну вот она как раз долетит у вас до сотни. Угу. Батарейка рабочая, 96%. Ну, самый раз. На чем? На Тойоте, да, у вас? RAV4? RAV4, да. Объем какой двигателя? Ну, мы не знаем. Что... Надо замерить, блядь. 541 ампер. Пусковой NRC1394. Сопротивление 5,10. Проследите. Так, плотность 1,26. Ну, она... Сейчас, пока доедете, она поднимется еще. Проследите за тем, почему она у вас так села. Возможно, у вас нету зарядки. А вот... там всякая фигня, дядька, на ней навешана. СГО, это... как его, блядь... бочка, потом, как еще вот это называется? Короче, там она молодежная, это мужчина, пацана вообще. Она. Все, что можно было там, но подсветки нахуй всякие. Тебя как зовут? Меня Айдар зовут. Айдар, ты ему скажи, пусть как будет в городе, подъедет ко мне,
Угу. И мы посмотрим, нам нужно определить причину вот этого. Куда уходит, да? Да, причину этого разряда, чтобы он больше ко мне в ближайшие полгода не появлялся. Так, сейчас крышечку еще накину. Вот теперь трешка с вас. Все-все. Сейчас сдача, да. Сейчас. Ну, Васян, у тебя, блядь, вы что за индикаторами не смотрите? Или ты дальтоник, блядь, зеленый от черного отличить не можешь? Ну, это ясно, что она не зеленая. Я же тебе говорю, она забывала свет выключить, ну, вот этот, на габаритах всю ночь стояла. Вась, только появился у тебя черный цвет. Дорогу знаешь, третий кооператив. Езжай, привози батарейку. Ну, это же не дело-то, она опять... Да не пизди последний момент. Последний. В первый момент надо, блядь. Сейчас эта батарейка стоит в 4 раза дороже моей жизни, а? Верю, что это 13 стоит. А вы не берегете их. Что, тебе ключи дать или что? А, ну давай, снимай. Здорово. Все, забирай. Что было там? Отлетел провод. Ну, не заметил. Да, черную пайку не заметил. Все, ага. Так. Что говоришь? Ажиотаж. Начнется, когда все замерзнут, правильно? Да он, блядь, бывает и летом, блядь, привозят. Ну да. Ну, когда... Морозец ударит по-любому, дофига к тебе сразу народу будет. Ну, в том году 34 штуки привезли за один день, блядь. Так. 620. Это зимой, в январе это был, да, по-моему? Наверное, вот мороз как раз что-то там хороший был. На один разок. А перед этим не привозил или привозил? Перед этим у тебя... Олег, наверное, тоже где-то может... Тоже к началу. Ну, у тебя что-то с зарядкой было, мы еще тебе генератор да, делали. Да, что-то я там шоколадку там эту перемерял, там что-то меняли. Ну да, Васян. Нет, да я просто сам знаю, Олег, что насевшая по-любому по городу, где она что намотает, если она еще и забыла на ночь. 53. Вот ты ее снял, 98, но уже видно, что по инерции, по напряжению. 454, так, 12.63, сопротивление 6.608. Так, ну-ка, что-то... Забывала она еще в начале вахты. Свет выключать? Да, она на габаритах оставила и утром вышла, хрен не заводится, блядь. Поставь в угол ее на гору, блядь. Я говорю, нахер ты ее вообще включаешь? Ну, по запарке, у меня же там заводишь, туманки сразу включают. Ага. Ой, ебать, колотить так. 1.18, блядь. Сука, раздаю вчера реометр, блядь, а к этому пока привыкнешь, блядь. Попробовал другой. Так, 1.18 у тебя вообще она разряженная. Ну, я знаю. Беру по городу, где она? Она на фабрику. Нет, не 1.18, наверное, блядь, подожди. Этот ориометр, блядь, старше меня в два раза, блядь. Так, 1.25, 1.20. А нет, 1.22. Чуть-чуть. Ну, 1.22 у тебя индикатор, на 1.23 у него уже сработка идет. 1.22. 1.23 он еще показывает. Как бы их желательно эти индикаторы на плотность 1.25 ставить, чтобы пораньше. По уровню вроде. Все, обгимах. Так. Куда я ручку дел? Вася, блядь, а то я
Не подпишу, а потом голову ломаю. Чей, кого, чего, там блядь. Даже он буквы В, видишь, ты в прошлый раз маркером писал, он черное просто стало. А, и это... И белым ты писал. Ты там О писал, Олег, здесь В, Вася. Но Олег тогда размороженный уже, да, привет. Да, да, да. Полностью, блядь. Ну, все, позвоню, катайся. Ты тебе когда на вахту? Да и только приехал, еще. А, ну и... Еще тут на месте. Короче, звякнешь, тебе да, есть. Чайковский ебанешь? Не, Олег, честно, не хочу. Ну, поеду на гараж заскочу, тоже там выкину кое-что и потом поем за ним. Ну давай, далеко не выкидывай. Наша пробитая батарейка простояла 2 часа. И запаянная. Все в норме, нигде не капает. Ни у кого не капает. Ничего не капает. Давайте посмотрим, что поменялись ли параметры после заливки электролита. Обочки. Но прогресс пошел. Так, и, наверное, я ее сегодня не буду с ней ничего делать, пусть стоит до завтра. Как видим, появилось 17%, 227 амперчиков и 12,57 вольт. Было 10. Смею вам напомнить, 12,12 миллиом сопротивления. Вот нашел бейджик, при котором, когда его привезли, 0 емкости заряда, 51, пусковой 53 и 12,31 напряжение. Но почему-то за сутки напряжение упало до 10 с копейками вольт. Сейчас 12,57 напруга. И сопротивление было 50,99. Батарейка постояла, поэтому... Ох ты, блядь. Это что? 95% заряда она еще и показывает. Нет, мы ее сейчас заряжать не будем. Дадим ей отстояться. Пусть стоит до завтра. И завтра с утречка я займусь этой батарейкой. Наш турецкий друг потихонечку сдувается. Но я не могу сказать, что он много взял на свою грудь. Взял немного и ток сейчас 0,9 ампер. Оставлю эту батарейку новенькую на этом китайце до утра. И пусть поработает в этом заряднике неплохой буфер. И пусть буфер поработает до утра. Завтра постараюсь с утречка немножко убрать стратификацию. Все-таки я погорячился, что сказал ему, чтобы он приехал завтра утром. Вряд ли батарея наберет полные параметры, потому как в ней присутствует стратификация. Все-таки ее надо прогнать, будет завтра на НОЗ. Так, что? Сделаем обход. Обход по батарейкам. Так, у нас здесь отлично, здесь хорошо, здесь вообще заебись, а там не очень. Так, там не очень, значит, мы его отключаем и даем батарейке отстояться. Так, это у нас еще холодная. Вот это и вишка теплая. Так, отключаем. Посмотрим, так, гарионометр, блять, опять. И осталось этот еще раздавить. Заказал на Малбересе новый. Стеклянный, надо их по 5 штук заказывать, наверное.
Так, вот это ЕВП-шка. Вот такой электролит. Все. 1,26,5 увидим. Достаточно. Батарея отстоится и можно звонить клиенту, хай забирает. Так, еще один цикл надо сделать Кайнару. Кайнар у нас не вытягивает, не выгребает. Ну, долго ездил на разряженной. После зимы батарейка была сдутая, но крутила. Так, 1,26 есть. Сделаем еще один заряд. Сдутая, но крутила. Еще один зарядный цикл. Но крутила, и дяденька спокойный. Блин, ах ты хули. Все, все ништяк, все замечательно. Едем, едем в родимое село, на дискотеку, блядь. И вот по этой причине сульфатики у нас и закрепились. Так, что у нас? Эти два кусочка колбаски, блядь. Так. Отлично. Сегодня батарейка будет готова. Так, 1,27 почти в этой батарее. Но сегодня не буду звонить. Завтра буду с ними работать. Дело в том, что здесь вот так вот клемма обломанная. Завтра буду заниматься ремонтом. Буду спаивать вот этот полюсной вывод, если правильно говорить. Итак, что у нас здесь? 1,20. Здесь похуже. 1,25. Даже 1,24. Здесь она еще будет принимать на грудь. Ну, в любом случае оставлю на кулонах. Я оговорился, не на вымпеле заряжаю, на кулончиках. Вот. Оставим до утра их. Уже 24 часа проработали. Левая 107,6 ампер взяла. Правая 188. Вот так вот ставим одновременно. Или одновременно, как правильно. Да, неважно. Короче, работаем дальше. Да-да. Здравствуйте, Алекс. Здорово. Как у вас энергосенс? Ничего, пойдет. 7 штук, бать. Завтра к обеду заберешь? Не, обеда уже поздно, может, часов 10 нельзя. В 10? Ну, давай, сегодня я заточу их. Потому что там завтра с утра, там, когда я где-то здесь заберу, да, кофе прямо поеду. Ну все, давай. Все нормально у вас? Пойдет. Ну, слава. Угу. Ну, 7 штук, но он утром деньги отдадим. Хорошо, хорошо, не вопрос. Все доброго, спасибо. Ну, давай, ага. Ну... Блять, деревья попадаются какие-то, как железо, искры шли. Карагач? Да нет, не карагач. Ну, если забыл, может, давай я приеду за ним. На поле? Ну, а чё, блядь? Чё ты будешь мотаться, блядь? Приеду, напомню. Так, здесь, блядь, пробки какие-то интересные. Блядь. Ну вот это вот новая линейка у них пошла, блядь. Неплохие батарейки. 232 день. Это что получается? Август. Не знаю. Ну, 240 делим на 30. Да, август. Месяц 22 года. И вот новая линейка. 620 ампер заявлено. Кирекс. 7 месяц. Ну, 8 считаю. Да.
блядь, Игорь опять звонит. Так, здорово. Здорово. Чё? Точишь? Сказали, точу, что точу, точу, точу. Чё стоит? Вот это сколько зубьев? А я откуда знаю? И чё, наверное, считал, блядь? Ну, надо посчитать, ты ж сколько во рту знаешь, блядь, а здесь... У меня во рту уже нихуя нет. 76, да? Ну, 76, 800 тенге будет стоить. Всё. Завтра заберёшь. Не, блять, у меня вон. Нахуй тебе подождут. Подождут. Ну, я еще и по-кентовски. Ну, подожди. По старой памяти. Тогда подожди, сейчас. Ну, подъедь через 20 минут. А ты что сидишь? Аккумулятор купил. Через 20 минут подъедешь? Хорошо, хорошо. Все, давай. Ой, давай, не мешай, пускай работает. Ага. Да. Так, вот 620 ампер заявлено. Ну, обычное. Вот сейчас звоню, сломался, подшипник полетел. Какой? На жатке. На это. Какой? Сань, что, ну вот смотри. Говори, я... 100% батарея. Угу. 631 ампер выдает. Вот они мне понравились. У меня уже не первую батарею. 1264 НРЦ, 438 сопротивления. В принципе, эту батарейку можно ставить под капот, но если хочешь, ты можешь ее оставить, я ее немножко еще взбодрю. Давай. Новая, да? Она новая, но НРЦ немножко отстает. Видно, что батарейка подсажена с июля, июль, так, август, сентябрь, октябрь. 8 месяца. Зачем она ж 8 месяца? Ну, август, сентябрь, октябрь, 3 месяца. У них 3 месяца, через 3 месяца желательно батарею подзарядить. Долго будешь заряжать? Завтра заберешь. А, нет, не сегодня. А, ну тогда же забираешь. Я же тебе говорил, Нива стоит в поле, блядь. А, в поле. Уже с проводами заехал. 1264 сопротивление. Да, казахский, но... Ну, Олег посоветовал... Неплохие, они хоть и не обслуживаем, но мы их обслужим, на крайняк, не переживай. Крышку срежу. Не срежу, я засветлю. Тирекс. Это... Нет, 62-й. 62-й, да. Параметр. А на запуск сколько, 620? 620 пусковой, как, почти как у реактора. И блядь. Что стоит? 35 500, по-моему. Нет, 35. Ровно 35, да. О, блядь, цена скинули, блядь, было 35 500, блядь. Все, забирай. Мне на этот слабый наровы дали. На что? Вон эту хуйню. А что там у тебя за хуйня-то? Вот, да я не вижу, блядь, через этот. Это что там за хуйня? Форд... Форд Монтеро или как его? Нет. Блядь. Это не сам Тирана, то что сам. Форд Скорпио. А, нет. Нахуй, Форд Скорпио. Объем двигателя? 2,4. А у тебя стоит какой? Стоит 62, но он слабоватый, мне кажется. Почему тебе так кажется? Нет, не знаю. А? Почему тебе так кажется? Он плохо крутит, не заводит, нет, проблемы. Блядь, он мне кажется слабоватый. Блядь. Ну как кажется? Ну как? Когда кажется... Не он... Все, Олег, что когда... должен? Ничего не должен. Это? Ты заклеил или что? Нет, ты в карман положи, потому что она у тебя отклеится. Пусть она будет, и мы будем мониторить ситуацию по этой наклейке. Ты ее затолкаешь сюда. Да ты, куда ты затолкаешь? Ты сейчас она убежит. Я с пленкой так и поставлю. Ну, блядь, это... Почему тебе кажется, что тебе 62-я... Олег, не перегреется же с пленкой? Не, я вот... Завязываю, блядь. Саня, 3 года вот у меня так же, вот так как вот так стоит. Ладно, давайте. Ага, давайте. Это... Что-то это... На зиму посильнее хотелось бы. Ну, у тебя проблемы были с ним? Ну, зимой он как... сказать. Говори, как есть. Долго не крутит. А почему ты долго крутишь? На холодную, когда морозом. Долго не крутит и не заводится? Запуска нету или нет, что? Нет, он слабовато крутит. Ла-ла-ла, как жеват. А потом раскручивается, потом... Ну, у тебя были проблемы с запуском? Нет, не было. Ну, привези на обслуживание, сначала давай посмотрим, что у тебя за батарейка, а потом уже побежишь новую покупать. Если хочешь новую покупать, езжай, купи вот этот Вольтман. Но ее сейчас нету, он последнюю забрал.
Все, работай, не будет. Че, через 20 минут подъедешь? Да. Ага, давай. Все, давай, ага. Все готово. Да, ну, молодец. Держи, сейчас, значит. Это, Петь, кто точил? Это? Я. Сам? А кто? Болгаркой? Я, ну а кто, блядь? Я, ну, это мне, блядь, случайно подсказали сегодня, что ты, оказывается, цепями занимаешься. Ну я эти, блядь, ограничители подрезал тебе. Кого? Ограничители, ну, чтобы увеличить шаг. Не шаг, а хват этот. Я не понимаю этого. Не я понимаешь? Все... Понимаю, когда вынимаю, да? Да. День подошел к вечеру, и мои рабочие будни пятничные также закончились. Так, ну что, давайте нырнем в зарядный бокс. Батарейки нагрелись порядка 30 градусов, поэтому... И стоят уже на заряде по 26,5 часов. Отключаем, даем барсикам отстояться. Выключаем и даем им отстой. Продолжу работу завтра. Периодически батареям нужно давать отстаиваться и желательно не заряжать больше 24 часов. Ну, опять же, смотреть надо по состоянию батареи. Если небольшой намек на термометрию, лучше батареям дать отстояться, потому что она может вырасти с арифметической прогрессией. Так, эти батарейки мы тоже выключаем. Так, это у нас реактор мы начали разгонять. Лёдный. И этого турка мы тоже... Также я его отключу. Не будем гонять его на китайца. Отключаем. Даем отстояться и завтра сделаю ему дозаряд. Попробую разогнать до скольки эта батарейка разгонится, чтобы поднять нам кислоту с самого низа батареи. Азиаты, вот мне чем не нравятся азиаты, тем, что они очень высокие. И чтобы поднять кислоту в них, требуется немножко больше времени, чем у европейцев. Они, да, разговора нет, компактнее по низу, а поверху они, конечно, выше. Так, отключаем вытяжку. Вытяжку здесь. Вытяжку на улице. Вытяжку здесь точу. Цепи все заточены. Ролик, как и обещал, запилю чуть позже. Села батарейка в телефоне, вот поставил на зарядку, сейчас немножко подзарядил, чтобы записать окончание ролика. Потихонечку собираюсь до дома, до хаты. Ну, что хочу всем пожелать в завершение. Как обычно, здоровья, удачи, благополучия. И берегите свои батарейки, свои чужие. Друзья, ну если такой формат нравится, я никогда не прошу, не выклянчиваю лайки, но чтобы узнать, понравился вам такой формат, не понравился, давайте наберем 299 лайков. Следующую цифру говорить не хочу, потому что там вспомните про трактористов, блядь, еще что-нибудь.
Ну вот так вот, 299 лайков и продолжим этот формат. Вот такой. Да, еще одна просьба, досмотрите этот ролик до конца, потому что будет еще небольшое отступление. Ладненько, всем пока, друзья. Уважаю, люблю вас. Пишите хорошие комментарии. Пока-пока. О, привет! Как жить, молодая? Нормально. Мы домой едем. Молодцы. Аккуратнее на поворотах. Нет, мы брали вот эти специальные. А голень можно? А она это нормально вкусно? Попросите, может, дадут попробовать? Дадут попробовать? Привет. Стоишь как не родной. Так не родной. Девушка, подайте голень, а, пожалуйста. Сейчас подаст. Полюбую. Ага, спасибо. Вот она, самая сладкая. Недостаточно? Привет. Привет. Здравствуйте, как дела ваши? Пойдет, сам как. А 110? Ну, на сегодня это все.